Не подсказывай. Картошка. Картошка. Правильно. И попьетела. Девочки, ребята, всем привет. Девчонки, у меня есть идея. Сейчас, подожди. Анна, в принципе, папа все равно не услышит. Давайте сегодня сделаем 24 часа челлендж. С папой разговариваем на русском. У нашей подруги Кати есть канал Кэти Семенина, где она предстает в различных образах. Она танцует, поет, участвует в модном показе и даже предстает в образе школьного хулигана. Подписывайтесь на канал Кэти Семенина и вместе с нами смотрите ее прикольные видео. Ссылочка в описании. Он где-то немножко понимает, да, мы уже снимали такое видео, но ребята в комментариях писали, пожалуйста, снимите вторую часть, потому что им очень-очень понравилось, было очень весело. Нет, мы снимали, папа говорит с нами на русском. Да. Мы тоже, мы не снимали, мы будем с папой русском. Нет, мы снимали видео, мы разговариваем с папой только на русском. Да, мы разговаривали с папой на русском, и он нам отвечал на русском. А мы теперь только будем говорить на русском? Да, а с папой. Будет? Да. Сегодня целый день говорим только на русском. Окей. Кстати, если, ребята, вы не видели первую часть, когда мы разговаривали с папой на русском, я ссылочку оставлю в описании. Было очень смешно. И да, и хочу сказать, что папа не обижается. Не думайте, что мы над папой издеваемся, над ним смеемся. Ему очень нравится разговаривать на русском. Ему самому смешно от того, что как он говорит. Поэтому не думайте, что он обижается на нас. Так что сейчас мы идем в магазин. Нам нужно за продуктами. Так, Маргарите нужно купить новые штаны, потому что они уже все рваные. Посмотри, дырявая ходишь. Это мода, мама. Это мода. Ладно, давайте, пойдемте. Пойдемте, скажем папе. Папе сюрприз. Где папа? Папа! Папа! Сегодня мы будем снимать челлендж. Да. Какой челлендж? 24 часа мы будем разговаривать с тобой на русском. Да. По-русски. Согласен? Да. Да? Я понимаешь. Да. Папа понял? Да. Понял? Да. Понимаешь? Да. Да? Нет. 24 часа. 24 часа. Говорить на русском. Говорить на русском. Все. Че? Поехали. Так, ну что, папа у нас сейчас будет покупать продукты. Папа, нам нужны помидоры. Помидоры. Помидоры где? Помидоры. Хочу помидоры. Помидоры. Да. Сейчас папа найдет или нет? Помидоры. Макс уже нашел. А, ну папа понял, что такое помидоры. Красивые, папа. Красивые помидоры. Маленькие. Маленькие. Вот видишь, папа у нас понимает. Маленькие помидорчики и красивые. Маленькие и красивые. Красивые? Красивые. Так, папа брокколи. Ну, брокколи, это понятно. На любом языке брокколи это брокколи. На любом языке брокколи это брокколи. Картошка. Картошка. Правильно. Папа уже знает, что это картошка. Или вот такую лучше картошку взять. Я такую хочу на развес. Нет, она сильно маленькая. Мне нравится большая. Чтобы побыстрее почистить и все. Так, папа нашел картошку. Так, нам еще нужно фрукты. Фрукты, где фрукты? Папа знает, что такое фрукты. Фрукты кон куры. Нет, это не фрукты. Так, мы хотим купить арбуз, папа. Арбуз. Арбуз.
Папа арбуз знает, что тоже такое арбуз? Арбуз. Это у нас арбуз. Арбуз. Арбуз, он без да. Где это арбуз? Бэйби арбуз. Да. Бэйби арбуз. Бэйби арбуз. Папа нашел арбуз. Это бэйби. Бэйби арбуз. Возьмем. Бананы? Да. Бананы тоже легко для папы. Бананы. Папа нашел бананы. Так. Так, нам нужно молоко. 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 Где молоко? Папа знает молоко. Он практически все продукты знает. Нет, только не шоколадное молоко. Ну, молоко. Как-то. Корова молоко, корова. Белое молоко. Мне не нужно шоколадное, мне нужно белое молоко. Вот это молоко, вот это корова. 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 Вот. Да, молочко. Я говорю только по-русски. Вау. Я понимаю. Но. Я хочу кушать. Спасибо. Я хочу пить. Хочу пить. Лимонада. No. Лимонад. Лимонад. Нормальный лимонад. Вкусно? Вкусно или невкусно? Вкусно. Вкусно. Вкусно? Не подсказывай. Не подсказывай. Рико. Не подсказывай. Я вкусно. Вкусно? Вкусно? Ага. Да. Да. Папа, купишь мне собачку? Нету. Чего? Нету собачки. Попугай. 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 Чтобы нету собачки. Скороговорка. Покупая попугая. Попугая попугая. Не пугайте попугая. Не пугайте попугая. Попугая-попугая. Не покачи, попугая. Вау! Круто! Молодец! Браво! Каждый раз все лучше и лучше русский язык, а? Ну вообще. Это, мне кажется, если мы будем чаще снимать этот челлендж, папа через месяц заговорит уже на русском. Да, прям, будем... прям чисто будет говорить, да, папа? Да? Тебе нравится говорить на русском? Говорить. Говорить на русском нравится? Да. Да? Русский во? Русский во? Скажи, отстаньте мне, дайте мне покушать нормально. Так, мы решили поиграть в игру, которая называется «Кто я?» с папой. Я не знаю, как мы будем, как он будет нас понимать, когда мы будем ему говорить. Да, мы будем... Будем. Будем. А, много играть. Много играть. Будем много играть. Давайте играть будем. Кто я? Вот они, карточки. Папа, у нас муравьишка. Так, что мы должны делать? Папа должен вопрос задавать. Папа, ты должен спрашивать. Так, кто первый? Кто первый? Кто первый? Не знаю, кто первый. Я. Давай. Потом Маргарита, потом мама. Давай, спрашивай. Я животное? Нет. Пера? Папа, ты потом. Уна. Папа, потом. Я животное? Нет. Папа. Стоп. Ты спрашиваешь теперь. Я... Сивотное? Животное? Сивотное. Ну да, это можно сказать не то, что животное. Сивотное. Это живое существо. Да? Это живое существо, скорее всего. Не животное, а живое существо. Обезьяна. Обезьяна? Нет. Меня в школу берут. Нет.
Нет. Нет, тебя в школу не берут. Это электроника? Нет. Как мясо или трава? Как мясо или трава? Угу. Кушает? Кушает? Да. Траву кушает? Они же траву кушают. Да. Трава? Да. Трава. Траву кушает. Кто? Я очень милый муравей. Очень милый муравей. Ты очень милый муравей. Как узнал, папа, да? Да? Да, муравей. На первом месте. Папа, пошли снимать со мной видео в лайк. Что не понимаешь? А? Чё? Он тебя не понимает. Ещё раз. Не понимаешь. Видео. Видео в лайк. Вот лайк, смотри. Мы будем танцевать. Просто смотришь на... Так, готово? Я снимаю. Подождите. 2, 3. Ой. Масаниму Лео. Прикольно получилось. Наш день заканчивается. Ставь лайк. Про Юкраса я эстрад релац. Если нравится. 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 Не нравится. 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 А вот если не нравится видео, ставь лайк. И подписывайтесь на канал. И подписывайся. Нет, не пописила. Не пописала на канал. Нет, подписывайся. Подписала. Папа в туалет хочет, что ли? Подписывайся. На канал. На канал. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Arrivederci. Пока-пока. Adios. Bye-bye. Ciao. Muchas, la última. Варя Лебедева победила в конкурсе в Инстаграм. Придаем тебе привет.